Что, Вася? Икону купили? Нет, икону не купили. А что? Сейчас? Что? На, снимай. Всю эту штуку закрывай вот так через глаз. Потом выключишь. Одевай. Все это ближе дальше. Поняла? Угу. Давай сюда эту коробку. Thank you.
включается работа Марины Рудольфовны, иллюминация СМИ, сказать. Включается работа Марины Рудольфовны, иллюминация СМИ, сказать. Дары. Аллилуйя.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Господу помолимся. Непорочный и ненаветный, соблюдая во веки веков. Церковь, книга конкретная. Да. Вот с самого начала, как она стоит, церковь, да. И книга есть за прошлый век, да? И записи в архиве, да. Архив у них церковный, здесь прям. Да. Па! Па! Накидался. Мамаша, все! Ай, красивые какие. Лена плачет. Когда первый раз плакала? Ну я плакала за тобой, а сегодня я плакала за себя, так что не переживай. Все нормально. Она ж не крещена, не хрест. Ты не крещена? Не крещена, крещена. Так кто там крестил? А кто тебя крестил? Тайна от родителей, меня крестили маленькой. Оль. А крест носишь? Не ношу. Ты мне его подарил? Крест. Вот возьму, могу выйти. Давай, на Сатурн или заморозить? Я хотел Сатурн. Да я всегда союз вызываю быстрее. Нас тоже завтра. Мне просто стыдно. Ушки, 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 ушки. Армянскую цирку. Армянскую. Что-то случилось? Я говорю, ничего не случилось. Я с улицы нашла, я буду кидать. Телефоны выключили? Да. А у меня я хорошая работа, шатка кричит. Я час на телефоне, не могу дозвониться. Слушай, не делается, все хуже. Я хотела поговорить. Тиула! Здрасте! Дядя Саша, давай с ним. А ну давай, дядя Вася, купи. А ну, дядя Васин крест близко, а ну-ка. А, нет, нет. Не так холодно, бля. О, какой, бля. Крестище, бля, какой. С бриллиантами. Не то, что мы по нищете своей. Их справим, пол стороны украл, по-моему. Представляешь, если бы ты еще воровал нефть, то вот я не крест был. Как у него, наверное, вот такой. А у них серебро есть. Короны нет. Серебро? Не, ну короны нет. Блин, серебро, ну там. Я думаю, что, слышишь, я думаю, что короны, короче, которые вот в этом. Не понтяк, фу, понтяк, да. Понтифик. Металла, но как бы социальным золотом. Центральный въезд тут. Да. Лена, Лена. Все, напоим тебя, я тебе говорю. Ну-ка, а чай? А я вообще не пью. Ну-ка, я тоже не пью. Ну, я потом вот буду туда. Туда. А? На то не делишь? Да. Ты ж смотри, не споткнулся. Здоровья. Здравствуйте. А ну сними, Вася. Процессия.
Божья одна, крещеная вторая. Раба Божья вторая. Вы меня через 20 минут отпустите, то я на фильм на свой опоздаю. Мне надо фильм. Да, Вась, ну скажи, какая кухня может сравниться с бульдой? Романтика. А что, да и все, что ли? А, медведь, смотри, какой. А? Там есть такое, если этого не хватит, то как называется? Называется медвежья кровь. Вот это сам. Прикол. Ну, жених. Па. Ма. Не просто муж, а конкретно. Мапа. Папа. Папа. Он не слышит. Тот самый настоящий муж, который перед церковью, Богом там и так далее. По сверху на кровь директорская. Раз, такой скрип. Пап, ты можешь камеру посмотреть? Так, сигареты, пепельно пожелательно. Саша, усик что, номер поменял? Я не знаю, в общем, номер. Недоступно, постоянно. Ну-ка, дочечка, переодевайся давай. Давай я сфотографирую. Так, я тебя не вижу. Да, возьми у нее. В каком смысле? Еще и администрацию. Да, да. Это тоже, да? Да, жить-то работает. Ты, конечно, знаешь, что... Не знаю, что это. Так, что тут у нас имеется на столе? Колбаса. Сделаем заставочку. Не пойдет, не зайдет, кто там. Ну вот, нет, с торца, от библиотеки, от ДК, от Дома культуры. Не знаю, что она двигается. А нет, тоже не сообразили. Может, вообще не сделать. А тут что у нас? Может, вы сейчас включите их по современному. Сейчас с тобой работаю. Да, конечно. Я с вами. Да. Жена теперь. Что официально некуда. Да. А? Да? А вы что, на стороне? Красивая жена. Жена красивая. Ну, совсем. Ну, попробую бы сказать, что нет. Ну, конечно, урок. Ну, конечно. Да. Да. Я вас пью потом. Как же так поделишь, жена никак. Шарик слева. Крутишь. Делай, как кто-то это делает. Вот это как в автоматах. Вот так. Не так. Я не пускать делаю. Это так.
для пушка в автоматах приделать. Пока разговариваем, сделай тише. Потом сделаем громче. Там и клубничка вот так делает. Что это все лицо пораненное? Проткнул, короче, хотел выдавить. Ну, я не знаю, это без бюзона. Ну да, вот ты пилится. Смотри, ты хочешь же можно? Спички, чтобы не поломали. А то, что видишь, пришлось снять. Ага, интересно так. А почему? Зачем? Потому что не положено, да. Что мало воды. Потому что теперь у вас главная функция. Так, все остальное второстепенное. О, вторая упала. Ты что, куда? Сейчас, подожди. Ну что? Васи нет? Сейчас, Василий. Сейчас будет, Василий. Один раз Вита на Пасху, да? Сейчас попрошу сотовый телефон на партсобрание отключить. Под пепельницей. Выбирали полчаса. Да. Не такое. Это краска, это еще из чего-то. Это значит. А кто выбирал? Дима кто? А, это значит, что-то там сказал. Да. Мы с ними не дружим. Мы с какой-то страной. А, ну да. Да и вкусные есть. Ну все. Ладно, спасибо за все. Так, ну давай, шампанское давай. Да. Давай, Павла. Туда не меняет. Понятно, понятно. Залить себе воском и шампанское на толстый. Не пальчик, это воздух. Не, ничего, это просто крепится к бутылке. Да, да. Да, ты его на пол поставил. Да я не на пол, а сюда. Смотри, аккуратно. О! Это тебе медвежий круг, не пила. А, кстати, он физически очень как бы не слабый парень. Так я быстрее штопор сломаю, слышишь? Мы настоящий штопор. Да, 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 да. Сейчас держусь. Так, ну что? Ну да, ты хлоп, а я еще буду мучиться. Давай нормальный штопор. Как зовут? Саша. Саша, давай нормальный штопор. Нет, Саша. Никак не делай. Что-то не то. Подожди, а ты открыл? Ух ты, блин. Открыл. Ну нормальный штопор, иди попроси. Пальцы продавил. Стрелять не буду, потому что. Да подожди, Саш, сейчас. Такая пока это, а потом. Да пускай пойдет, попробуй сразу, же потом не будет. Ну давай попробуй все-таки. Попробуй. Я еще с этим не отшил. 20:04, 67. Ух ты, блин. 6:00. Ну да. Видишь, мне нос. Что куда я сказала? Понты-то сегодня штопор. Ну я сказал, что штопор быстрее. Ну вытащить я вытащил. Вытащил. У меня оказалось больше. Вытащил же. Молодец. Как можно так пирочку? Слушай, ты не снимай все время. Ты подожди, когда рюмку возьмем. Несколько частей, которые пронумерованы, то есть которые не пронумерованы, а, как сказать, проназваны. То есть у них есть название. Первую часть я хотела назвать буквой «Б». Потому что если бы у меня уже есть часть, вот я придумала. Первая часть у меня будет называться «Если бы один», а это будет «Если бы два». А то меня неправильно поймут буквы. Да, нормально, все люди понимают. Я же недавно спрашивала, когда он родился. А, вчера вот это ну, нет. Поэтому «Если бы» первая часть. Ну так, держитесь. На 5 дней раньше бы ты родился, то в море рыбка грызнулся. На 5 дней раньше б ты родилась, рачком в песочке бы возилась. И вот тогда сказать могу, вы встретились на берегу гораздо раньше, чем сейчас. И был бы мой такой рассказ, если бы номер 2. Рачок и рыбка повстречались, поговорили, размечтались, семью детей иметь, но вот их захлестнул водоворот закрутил. Да. Ну это если бы, подожди. Это все если бы. Если рыбка получилась бы.
Дима такой осторожный, зря ты так реагируешь. Смеяться. Да. Дальше. И больше мы их не видали, и сказку эту рассказали. Понятно? Понятно. Вот. Поэтому пить сейчас не надо. А пить будем, которая за часть, которая называется «Другое дело». Потому как мы не рычок и не рыбка. Но здесь совсем другое дело. Здесь лев и овен. Ё-моё, душа моя, возможно, пела, если б не знала их жить. Как встретились два этих брата, ну, в смысле, брата-акробата. Как познакомились сестрички, имею я в виду лисички. Пересеклись их где пути, друг друга где могли найти. Два этих чуда из природы, но все-таки люди не уроды. И вот за этих, за людей, хочу я выпить поскорей. Вот это дело, спасибо. Дима, это пока еще... А про змеи нам не уточнили, что мы две змеи еще Ну, мало времени. В одном клубке. Самое интересное, что познакомились в кабинете директора. Директора, не выдавайте секретов, это дальше будет все так. Молчи. Так, Дима. Да, Дима. Я с тобой еще ничего не знаю. Вот, если вкус, конечно, лучше вот, под самые тебя люди. Ну все, я так и знал, что ты один в одиночестве была. Не, а Тамара Павловна, что? Я уже так не ваша парочка, ну все, уже там еще. Большой, как на грудь, один раз. Я не понимаю, что мой муж. Сам это дальше. Беленькую. Там белая почти хорошая. У меня еще шампань. На чем я остановилась, да? Как встретились два этих брата акробата и лисички-сестрички. Пересеклись и где пути, и тыры-пыры растоты. Лис третий и целая часть под названием, угадайте с трех раз, на букву Р. Ребенок. Ромашка. Он не знает, что у меня такая девочка. Ромашка же. Короче, ромашка это вот. Остановились мы на чем? В молодости была кличка. Хамор. Вы там все будете, что такое хамор? Кому? Хамор. Хамор? Хамор. Хамор. Хрен. Что такое? Хамер, наверное. Немец. Фамилию наоборот прочитать. Блин. Так, будем знать, Василий. Остановились мы на чем? Как оказались вы вдвоем? А виновата в том милашка, которую зовут Фором Ромашка. А дело было, в общем, так. К Ромашке в гости прибыл... Правильно. Из Краснодарского из края приехал дядя, не мечтая ни о себе, ни об уюте, а только лишь бы лицо было. Ну на ложе жил. Ну так понятное дело. А мама куда? Лишь бы под теплое крылышко. Лидушка очень ободрилась, хоть с ним она не веселилась, а лишь готовила, стирала и между делом наущала. Жениться надо бы тебе, по-человечьи жить в семье. Уж хватит в стае жить волком, жалеть же будешь ты потом, что не прибился ни к кому, не создал свой очаг семью ему. Семью. Очки надо. Ему. Кто так? Ксюша, подсматривай, подсказывай. Ему сестра так говорила, и Диме третий глаз. Открыла. Итак, следующая часть, как вы догадались, будет называться «Синдром третьего глаза». Но я хочу выпить сейчас за милашку.
Кто? По имени Ромашка! Тебе легенды слагать, я тебе говорю. Ромашка за тебя. Что вы мне за это заплатили, скажи, пожалуйста? Ты знаешь, ничего, еще и подарок требуют. Вася, ты же мне наливал, да, я с мужиками что-то за Ромашку. Лена, я говорю, за вас. Да, понятно. Придется допить шампань. Ну, шампань, ну, нет, не обязательно, я тоже не смогу. Меня заставляют сидеть, и ты сидишь. На грудях. Плавно работается. Производит. И в общем весь фейерверк, понос, словесный, как букет. Конечно, и удивление, он произвел, что произвел он впечатление. На девочку-провинциалку, скромняшку-цацу, нахалку, которая всего и знала, что на баяне лишь играла. Итак, я хочу выпить за синдром третьего глаза. Барабан, вот я работал на работе, да. Но... Я имел 13 одновременно и один телефон за спиной носил. Но... Я не успевал переводить, как ты мне сейчас это все объяснила. Там я успевал 13 его ловить. И это самое, и телефон один. А тебе я сейчас чуть-чуть не понял. Наливай. Я могу нет. Ты понимаешь, я
же воспроизводила Димин словесный понос. А теперь я могу медленно перевести. А я уже все понял. Ну ты понял? Я могу продолжать пойти перевести. Тут рядом. Слушай, девочки, мальчики. Так вот вам есть. Давайте выпьем, задимим третий глаз. Чокаться не надо вместо третьего глаза. Я думаю, что мы чокнемся все рюбочками. Или надо? Ты сказала, чокаться не надо. Нет, чокаться не надо. Надо. Нет, я имею в виду, чокаться надо, но не вместо третьего глаза. Да, потому что у нас же шишки будут. Можно брать их везде ставить. Все сейчас об него лоб не пускали. Об его лоб. Нельзя. Тамара Павловна. Вася. Болю брать, а шишки. Смотри, а тут сотка отмечена, я отвечаю. Как всегда, ну свинячий. Итак, Дима, за твой третий глаз. Ребята, правда, на этих бокалах какая-то отметка есть. 100 грамм. Как видишь, у меня да и точно налито столько. Рука еще не сбилась. С юмором все. Ничего, ничего. Ну что? Ничего. Называется. Включай, включай. Ты молодой пенсионер. Юный пенсионер, я им вот, на пеленки, на пеленки, на пеленки. Вася, что ж ты такой в самом деле? Я так это, до конца не понять нереально, слышишь, что все-таки как бы я понимаю. Юный нектарник и молодой пенсионер. Ну, Вася, чудаки, сердце это отсюда. Вот есть на что разговориться. Хотя лучше увидеть, что они же не закрашены. У меня спальника. Три раза. И вы целуете. За это дело да не выйдет. Ай да Вася. То есть ожидали от него можно взяться. Но не только деньги. Так что, спасибо. Горка, горка, горка. Видите, как она слушает стесняется. Ой, да, 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 как ясно, у тебя все правильно все как написано. Да, у меня правильно. Что? Да? Я поняла, почему мы пьем это вино. Оно выпущено в июле, когда родилась его жена. Так бы честно и сказала. Да ладно, прекращай. Так что прекращаем? 20 июля выпущено. Да ладно. Ну почитай, вот очки что у тебя есть. Не подбирали. 20, а ты какого родилась? 25. Трошки не угадал дату. В июле месяце, 2005 года. Представляешь? В июле месяце, однако же. За, не, она забутилирована. А срок года сегодня не ограничен. Не ограничен. Подросткам до 18 лет беременным и кормящим женщинам. Лицам заболевания центральной нервной системы, почек, других органов пищеварения. Это вино пить нельзя. Нам можно, мы все здоровы, ставим на место. Как бы оно годичное, да, так понимаю? Ну, нет, полгода получается. Вот это кино. Вот вам Аня Чисин. Жена в июле родилась, вот там, знаете, июльское вино пить. Только громко не делайте. Это же оставим лишнее здоровье.
батика родственница. Да, у вас посвящена вам часть была под названием «Ромаш». Все, меня нет. Вы не администратор сегодня. Слава вы, Богу. Любимая жена Василия Васильевича. Вы крестная мать, все. Вы наша сваха и т.д. и т.п. Есть фотография, сожалению. Хотя в принципе, вообще товарищи, я хочу вам сказать. Кто больше всех ваших? Вообще. Скрипочками. Это вот этот человек, чтобы вы, кстати, на всякий случай знали. Это кто? Сестра. Она больше, да. Я не хочу, чтобы больше всех нас, но больше каждого из нас она знает. Спасибо. А то знаю. Кивает. Итак, название «Работа». Ну что, она бабками руководит. И даром время. Минутами, секундами. Ну, тихо. Ты понял, про кого я говорю хоть? Ну, можешь. Да нет! Работу выкивай. Да. Туды кивай. Да. Она, Ромашка, часть ушла, вот она лежит, эта часть, Ромашка, вот. Ну все, начинайте, Тамара. Слушай, ну начинайте, я тебе репни забыла, Арина. Артист с параллельного театра, я же пьяница, говорят. Часть называется «Работа». И даром времени прошло. Она училась. Для кого? Да вот такая уродилась, что даже я не удивилась, когда она пошла как танк, заслуживая каждый ранг. Хотя служить все рады мне, но только не до тошноты. Когда работа с ума сходит, когда тебя она находит везде и всюду, мать моя, давайте выпьем оля-ля! Оля-ля! Надо очень девушки листы надо будет. Итак, Елена Камешова, минералку? Мне уже, наверное, минералку. Не трогайте минералку. Я понимаю. Дайте ей чего-нибудь налить. Ну, один раз, директор. Налейте чего-нибудь. Венчался. Итак, первый я чувствую, что все собрались рабочие люди. Да. А это работодатели. Работали с вами. Работали на дошатели. Снимите на память. Это святое. Поэтому я хочу выпить со всеми. Работа взятели, да, молодыми, юными. А что ты вино не пьешь? Я уже пьяная. Спасибо, Леночка. У меня перерыв. Папа уже батарею. Перерыв не отменяется. Перерыв продолжается. Пауза, можно взять один так? А работу! Саша! Ну так лучше. Не возьми. Ксюша, Вася! Да, чтобы они
услышала голос, помер на зону. Это ксерокопия тебе сделает, если ты ничего будет. Все интимные стороны слайды. Девочки, танец девушек. Вот так. Итак, вуаль, вуаль, я делаю окружки мужчины. Танец девушек. Василёк, а ты влюбилась в Василька.
Да, Ирина, я понял. Любовь такая штука. Да. Сложная. Да, любовь, я не как рожка, а кормушка не любит. Жених и невеста, смотритесь, блин, я вам говорил. Посмотри, Мария. Спасибо за возвращение малолетних, Стакира. Да-да-да-да. Слушай, а еще ничего. Да поверни, я хоть посмотрю. Не, ну Елена Яковлевна тоже. Оп. Маслинку, маслинку. А? Елена Яковлевна, а где это? Вы в ресторане, что ли, гуляете? А? Правда? Ну-ка, гляньте себе, вот вы какие. Смотрите, оп. А? Дай ты можешь посмотреть, Вася, я вам. Видите себя, нет? Ну как бы на этом наиделось. Что потом не говорили, что о. Криминал записывает. Дима еще назад вернили, не никак. А все вы здесь у кадре будете. Особо требуется. Ничего. Если эту штуку прихлопнуть вот так вот. Давай, Павла, читай, что он батарейка. Садится, да. На кольцо где? Ну сейчас жарят, жарят. Они плохие. Она подошла, сказала, что извинилась, плохие лимоны. Внутри плохие. Дима пошел. Вася, я на рыбалку. Так. А где конкретного Вася? Ну, говорит, что ты даешь у двух. Она говорит, это вместе. Вместе что? Нет, она говорит, это вместе, это слово вместе пишется. Я говорю, нет, Аня, это отдельно у, отдельно двух. Она говорит, а что это такое? И то, кстати, ее в Пятигорске называют, это наша кубанская чурка. Она же где тебя не балакает. Не балакает, а все равно говор он слышит. Или она есть. Да. Короче говоря, называется удвох. И вот они уже вдвоем. Через неделю уж втроем. И мы сейчас их созерцаем. И словесами уж бряцаем. Живите счастливо и дружно. Нам это очень-очень нужно. Но ведь по чести вам скажу, все знают, что я не жужжу. Жужжу? Вот тут было заменено слово. Типа пиздец. Да. У каждой шпаги свой эфес. У людей свой эфес. Кому бы что ни было нужно, мы говорим. Живите дружно! Понимаю. Помнишь, как вчера в фильме, слышишь? Давай сразу, да, чтобы хватило камеры. Да не хватит, если он батарейка дохла. Страница 7. Называется «Жизнь». Ну, мне Аня говорит, ну ты прямо Пушкин. Ну, так я правильно сказала, я Романов. Жизнь это только дуновение. Волны лишь легкое волнение, но чтобы жизни аромат могли вы каждый день вдыхать, ты говори, но обернись, ты говори и не стыдись, ты делай,
Больше не скажу, а то пошла. Ну так надо выглядеть. Так вообще же у него свадьба, блин. Без черного, белого, я тебе рядом снимаю. Не, ну нормально, что. Марина, да ты же моя курочка, а? Никому не говорите, что я курочка. Да нет, бредовая тема.